Сеуле арестовали бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака. Его обвиняют в получении взятки на сумму более 10 миллионов долларов и в других коррупционных преступлениях. Суд выдал ордер поздно вечером в четверг. Решение об аресте судья объяснил опасениями, что подозреваемый может уничтожить доказательства своей вины. Ли Мён Бака задержали сразу после полуночи и отправили в центр заключения. У прокуратуры готово обвинение почти по 20 пунктам. По мнению прокуроров, Ли Мён Бак совершил финансовые преступления, когда управлял страной с 2009 по 2013 годы. Его подозревают в том, что он незаконно получал деньги от компаний и учреждений, в том числе от Национальной разведывательной службы. Помимо этого, его обвиняют в уклонении от налогов и создании нелегального фонда. Бывший глава страны свою вину отрицает. Он заявил, что дело о коррупции – это политическое преследование со стороны нынешних либеральных властей. Ли Мён Бак стал пятым южнокорейским экс-президентом, который попал под следствие.